Китай надеется начать новую главу в отношениях с Республикой Корея, однако ждет инициативы от Сеула. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпосланником южнокорейского президента Ли Хэ Чханом. Дипломаты обсудили перспективы устранения препятствий, осложнявших развитие межгосударственных связей в последние годы. Представитель президента Республики Корея отметил, что новая администрация его страны заинтересована в сближении с Пекином и готова пойти навстречу предложениям китайской стороны. Напомню, что отношения сторон обострились после размещения вблизи Сеула американской системы противоракетной обороны. В Китае считают, что это ставит под угрозу как национальную безопасность КНР, так и стабильность региона. Ли Хэ Чхан, бывший премьер-министр Республики Корея, назначенный на должность спецпосланника благодаря богатому опыту взаимодействия с правительственными и деловыми кругами Китая. На нынешней встрече с Ван И он предложил наладить регулярный диалог для обсуждения накопившихся проблем. До моего визита в КНР президент Мун Чжэ Ин попросил меня выстроить диалог с представителями китайского руководства с тем, чтобы стимулировать развитие стратегического партнерства наших стран. С нашей стороны мы также включили влиятельных политиков в состав делегации спецпредставителя. Отношения Китая и Республики Корея сейчас на перекрестке. Мы надеемся, что новое южнокорейское правительство сможет объективно взглянуть на вопросы, которые определяют характер наших межгосударственных связей, а также принять конкретные меры для устранения существующих препятствий.